Всем привет! С вами Елена. В последнее время в компании AlphaCash произошло много важных и интересных событий. И сегодня я вам расскажу о них во всех подробностях. Приступаем! Новые офисы, когда, где и сколько. Новые инвестиционные планы и статусы, какие и сколько. Результаты планерки с Александром Репринцевым. И что принесет юбилей компании AlphaCash. Погода за окном переменчива и непредсказуема, а в сфере криптовалют все наоборот. Все стабильно идет к лучшему. Биткоин растет, партнеров становится все больше, в связи с чем в нашей компании открываются новые офисы. В Екатеринбурге мы открываем новый офис в стиле компании Google. Это не просто скучное помещение для работы, а целое пространство для умных, талантливых и креативных людей. В новом офисе мы будем работать над созданием и продвижением самых крутых сервисов в сфере криптовалют. Также мы открыли офис AlphaCash в городе Алматы. Напомню, что каждый Альфа-клуб – это место, где ведущие эксперты в области блокчейн и криптовалют учат всех желающих зарабатывать на инвестициях в цифровые монеты. В новом офисе будут проходить презентации и семинары, на которых любой желающий сможет узнать, как вкладываться в биткоины и альткоины и получать $1000 в неделю. Адрес: улица Тимирязева, павильон номер 10, блок F, третий этаж. Пока все отдыхали на государственных праздниках и участвовали в нашем мероприятии в Екатеринбурге, разработчики завершили технические работы на платформе и ввели важное обновление. Сейчас у нас реализованы 4 инвестиционных плана, рассказал Александр Репринцев. Стандарт, Smart, Premium, VIP. Раньше мы все были на одном плане, и это было несовершенно. Компания долго обдумывала, рассчитывала и анализировала нововведения. Большое спасибо всем, кто дождался обновлений. Сейчас мы начинаем работать на другом уровне. Как стать успешным, перестать жить на кредиты и начать наслаждаться жизнью? Спросите у наших новых премьеров. В этом месяце наши партнеры достигли новых статусов. Сергей и Наталья Илько, Раушан Танабекова, Мусаева Жанар, Алимханова Назира, Тарикулова Шарипа, Денис Черниенко, Надежда Исайчева, Николай Федосеев и Владислав Пономарев увеличили оборот в AlphaCash до $500 000 и получили за это бонус в $10 000. С такими показателями они переходят в новый статус премьер. А Татьяна Ким и Олег Егоров уже несколько месяцев назад закрыли этот статус. Но они не остановились, а продолжали развиваться сами и обучать свою команду. Сегодня мы поздравляем их с новым статусом «Ко-фаундер». Татьяна и Егор увеличили командный оборот в AlphaCash до $1 000 000 и получили бонус в $25 000. Коллеги, мы искренне рады вашим успехам. Уверена, что это только начало. В минувшую неделю прошла планерка с Александром Репринцевым, где Александр подвел итоги последних месяцев работы, а также рассказал о грядущих событиях. Мы провели уникальное мероприятие в Екатеринбурге, открываем новый офис, завершили технические работы и открываем предзаказ AlphaCard. Обо всем этом на своей планерке рассказал руководитель платформы по СНГ Александр Репринцев. В Екатеринбурге мы провели грандиозное мероприятие, на котором было больше 400 человек, отметил Александр. Это было особенное событие, первый раз, когда мы проводили встречу в таком формате. В первый информационный день выступили 15 спикеров. Они поделились опытом и инструментами. Все партнеры, которые посетили мероприятие, теперь обладают огромным багажом знаний. Тем же, кто не был с нами, остается только завидовать. Если вы хотите развиваться и работать в сфере криптовалют и современных технологий, то рекомендуем не пропускать такие мероприятия. Если же вы все-таки не можете присутствовать на встречах, то обязательно смотрите онлайн-трансляции и записи выступлений спикеров на нашем канале CryptoPride. А те, кто по каким-либо причинам пропустил нашу конференцию, бегом проходите по ссылке в правом верхнем углу экрана. Также Александр рассказал, что ООО CryptoPride теперь официально зарегистрировано в налоговой. Поздравляю всех! Это очень важное и необходимое событие. Для этого уже пришло время. Пока мы развиваемся по пути коммерции, но в будущем это будет еще и политическая партия, добавил руководитель платформы по СНГ. Подробнее обо всех новостях смотрите в записи планерки Александра и обязательно подписывайтесь на наш канал.
Только мы провели одно мероприятие и уже занялись подготовкой следующего. Совсем скоро у нас день рождения, нам исполняется 1 год. Это маленькая цифра, но и огромная дата для всей компании, ведь первый год самый трудный. Многие на старте сталкиваются с огромным количеством проблем. Кто-то не справляется морально, другие не могут найти общий язык с партнерами, третьи утопают в юридических и финансовых вопросах. И 90% новых проектов, даже с отличной идеей и продуктом, просто умирают за несколько месяцев. Для нас первый год тоже был очень тяжелым. Мы работали каждый день, в праздники и выходные. За целый год нам удалось только один раз уйти в отпуск. Но если честно, это того стоило. Мы провели колоссальный объем работы, и теперь настало время, как следует это отметить вместе со всей командой мечты. Мы рады пригласить вас на день рождения платформы AlphaCash, которая состоится 19 августа в Москве. Готовы к этому невероятному празднику? Как всегда, мы готовим мощную образовательную программу. Приглашаем мировых экспертов, руководство холдинга и топ-лидеров платформы. Они выступят для вас со своими авторскими лекциями, мастер-классами и докладами. Всего за один день вы сможете заметно прокачать свои навыки, получить ответы на волнующие вопросы, познакомиться и пообщаться с коллегами и руководством и получить невероятный заряд энергии, мотивации и удовольствия. И, конечно же, какой день рождения без вечеринки? Вечером после официальной части мы устроим одну из самых масштабных и веселых вечеринок года для лидеров компании от статуса партнер. Продажа билетов откроется в ближайшие дни. Не упустите момент, ведь количество билетов ограничено. За информацией следите в официальной группе AlphaCash. Как я и говорила, прошедшие пара недель были насыщенными и интересными и принесли много нового и ценного, но это еще не все. Со следующего выпуска мы будем публиковать ваши истории успехов компании AlphaCash в наших новостях. Чтобы поделиться своей историей, запишите видео и отправьте нам его на электронный адрес, указанный под этим видео. Самые интересные истории обязательно попадут в следующий выпуск. Чтобы не пропускать новости, подписывайтесь на наш официальный канал, а если хотите попасть на Alpha Birthday Event, то ставьте плюс в комментариях под этим видео. Еще раз поздравляю новых партнеров с новыми статусами и до новых встреч!